По инициативе президента Кыргызской республики Садыра Джапарова 19 сентября в городе Нью-Йорк состоялось совещание высокого уровня по устойчивому горному развитию, сообщили в пресс-службе главы государства. Отмечается, что данное мероприятие стало одним из наиболее важных событий текущего международного года устойчивого горного развития, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН по предложению Кыргызстана. По итогам совещания государства, входящие в группу друзей горных стран, приняли заявление по просьбе Кыргызстана. Генеральная Ассамблея ООН объявила итоговый документ совещания высокого уровня по устойчивому горному развитию своим официальным документом.